Так, а это что? О боже мой. Бля, вот этот видос можно, знаете, как посмотреть? Это эволюция ПК. Но можно поставить на X2 и вот так вот. Погнали. Фу, ебать, это чё? Симон, блядь. Ну, название, видите? Господи, это компьютер? Пиздец. Пиздец, это печатная машинка, блядь, с компьютером считалась. Ой, нихуя у меня такой был. Восемьдесят килобит. Я... Это мышка! Вот эта хуйня, это мышь, блядь. Ля, сука. Я бы на этой мышке сейчас хотел бы поиграть в какую-нибудь игру. Но, кстати, мышки не особо-то далеко ушли от того времени. Это все те же мышки с кнопками и колесом по центру. Отличие только вот от лазера, который, соответственно, вот стрелочкой двигает и все. А так мышки долгое время уже вообще не меняются особо. Плюс 9, нихуя. Нон-стоп ман, спасибо за рейд в 9 зрителей. Ебать. 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 Спасибо. А в чем здесь заключается... Ё-моё, а что? Apple... Jesus, давай уже в японские автоматы. Подожди. Ля, сука, клавиатура. Ля, блядь. Тупо пэт. Чисто животное. Тысяча сколько, блядь, $500? Это 77-й год. Блядь, я тогда еще не родился. Да нет, я даже когда родился, я даже когда был уже более-менее взрослым, я даже и не знал, что такое, блядь, вообще существует. Мне казалось, есть вот обычный компьютер, Dendy, Sega, все. Оказывается, уже в 70-е года были компьютеры. Ебать, я отсталая хуйня! О, так это же типа Dendy. Миллион продаж? Ёб твою мать. Xerox Star, ебать. Ебать. Бля, мне жалко тех людей, которым приходилось этим пользоваться. Это же настолько он, наверное, был ни о чем. Сколько? Подожди, тогда он стоил 1700, сейчас его можно за 4000 продать. Ебать. Мне было интересно, а мой комп? Вот эта хуйня Alienware, которая сейчас стоит. Его можно будет через лет 30 продать в 3 раза дороже? Наверное, нет, он нахуй никому не нужен будет. Что? Чего-чего еще раз? Что? Первый вирус? Нихуя себе. Ужас. Какие они здоровые, это вообще. Что за ней мне показывают? Нахуй ты мне клавиатуру показываешь? Блять. Блять, знаете, мне это с чем ассоциируется? Мне это ассоциируется, например, вот с космосом. Обычно играешь какой-нибудь Dead Space или Alien Isolation, вот там такие компьютеры вот стоят.
с такими мониторами, такое все зеленое, блядь, с какими-то кнопками страшными, да? Вот, или Fallout, например, вот в Fallout такая хуйня. Но обычно это вот в космосе вот такие компьютеры стоят в этих кораблях, блядь, космических. А это реально было у людей. На Земле. Чё? Чё это за палец был? 128 килобайт оперативной памяти, блядь. 6 мегагерц. Это пиздец, ребят. 128 килобайт. Или килобит, я не знаю, как правильно говорить. Ну, вы поняли. 2500, 2500 долларов он стоил. Toyota. Для тех времен это нереально большие деньги. Амиго, спасибо тебе большое за переподписку. Что это нахуй? Бля, ну когда там уже нормальные компы пойдут, алё? На нахуй. Просто, блядь, больше похоже на какую-то херню для врача, который, знаете, там тебе УЗИ делает. Вот этой штукой вот так вот, типа, пальцем так тыркает, короче говоря, чтобы потом это беременность твою проверить. Пиздец, мышка, блядь. О, первая винда. Первая винда, ребят, перед нами. Ебать хуйня, господи, ужас. Что это за обогреватели? О, нихуя, ля какой. Нихуя, ля, сука. Капец, тогда много компов было. Аудиокарты? О, интернет появился. Или что, подожди, что это, подожди, что это значило? Ну да, интернет, все. Интернет раньше появился. Ну это не интернет, а вот это вот WWW. Нет. МММ, но только перевернутое. Браузеры, да, или что? Сайты начали появляться, или что-то в этом роде. Чего, блядь? А, Linux. Что? Охуеть. SSD? На 20 мегабайт за 1000 баксов? Что, блядь, тогда SSD в 91 году уже был? Охуеть. О! Первый этот. Pentium. Бля, я помню, когда у меня был Pentium этот, Intel Pentium 4, а потом у меня был Intel Core 2 Duo. Тогда я думал, ебать, я крутой, у меня самый мощный компьютер. Господи, какие они страшные. Пиздец. Что это за пылесос? 3D-графика. Ого, USB в 96-м году. И DVD вышли. Нихуя какой. LCD. Первый LCD-экран. Боже, блядь, что? О, Wi-Fi! Нихуя. Ебать. Бля, это вообще, это такая стрёмная хуйня. Что это такое?
Что это, блядь? Аквариум нахуй какой-то. iMac G3. Ужас, блядь. О! NVIDIA GeForce 256. Посмотрите, какие, блядь, видеокарты были. Первая в мире видеокарта. Маленькая, компактная, блядь. Сейчас чисто кондиционер выходит, ты его вставляешь в комп и обогреваешь свою квартиру. Опа, 2000-й. Тогда все думали, что конец света наступит. Но нет! В этом году у нас что вышло? Пиздец. Опачки. Windows Hr. О, чего, блять, еще разу? 4К? В 2001 4К? Тогда вообще хоть что-то в 4К было? Хоть какие-то видео или фильмы? Нахуя он тогда вообще нужен был в этом разрешении? Потому что даже сейчас еще не все в 4К выходит. Люди даже сейчас в 4К видео, ну, не часто смотрят. А это первый год, блядь. 2001. Охуеть, что, серьезно? Как? Мама. Уф. Power Mac G5. Опачки. Steam! В 2003-м. Ля, сука, как эта хуйня выглядела. Посмотрите на этот Steam. Пиздец. Не, ну... О, а Mac Mini, кстати. О-о-о, GTX 8800. Бля, у меня была видеокарта... GTX 8600, а или 6800. Вот этот процессор у меня был, Core 2 Duo. Бля, Pentium D. Не военно обязанный, блядь. Омега лул. Прикиньте, сесть на такой комп. Один терабайт в 2007. Пиздец. Один терабайт в 2007 году. Вы даже не представляете себе, как много это было тогда. Это было просто дохуя. Потому что тогда игры даже и гигабайт не весили. Нихуя, кстати, прикольно выглядит, мне нравится. Ха. Ну это уже 2008. Не, вот это вот стрёмное говно. Вот в том году, в 2008, у меня и появился первый компьютер. Чего, блядь? Ух. Что, блядь, в 2008 году такие мониторы уже были? Блядь, как я какой-то... Как я... Что? Пиздец. Чего? Мемы появились в 2008. Нахуя себе, блин. Так, 6 гигабайт оперативной памяти, DDR3, Intel Core i7, AMD Radeon 4870, ебать. 300 гигабайт жесткий диск. Подожди, i7 уже в 2008 был. Что, блядь, у меня в 2008 был Pentium 4, блядь. Или Intel Core 2 Duo, по-моему. Нет, 2 Duo у меня был в 2008, да. А был уже i7, нахуй. А я думаю, что у меня Crysis лагал? Ужас.
Что это, розетка, что ли? Феном 2 какой-то. 1 терабайт. Ну, это же 10-й год, 2 гигабайта оперативной памяти. Что-то маловато. Это типа топовая сборка тогда считалась или что? 11-й год, i5. Ничего не понимаю. Восьмиядерный процессор или что? Chromebox? А это что за хуйня? Что это? 2012. Это топовая сборка? Тут шарить надо, это не про тебя. Ну я и не претендую на человека, который в этом разбирается. Вот, i7, 8 гигабайт. Ебать, что за ящик, нахуй? Будем спать? Что за мусорное ведро? Mac Pro 2? 120 Гц монитор, блять! А, не, ну 14 год это уже ладно, это уже неудивительно. Чё-то PlayStation 5 черного цвета? Так, топовая сборка, i7, 6700, GTX 980 Ti, 8 гигабайт оперативки. Чё это за хуйня? Так, ну все, пошло, 1080, все, началось, блядь. Оперативки что-то маловато как-то. Чё за хуйня, что-то мало оперативки. У меня даже больше было на тот момент. Бред, я не понимаю, к чему это вот это вот характеристики эти показывают, когда они не самые жесткие. В смысле? А-а-а! 2 по 8, я долбоёб! Я долбоёб! О-о-о! Ray Tracing. Что? Еще раз. Mac Pro 3. Блять, он реально так выглядит, что ли? Пиздец. Ужас. И стоит там несколько лямов, наверное, рублей. А это что такое? Бля, ничего, такой здоровый, не? О, хуета. О, хуета. О, хуета. Блять, мало оперативки, надо больше уже. i9, 3090. В смысле, блядь, 16 гигабайт оперативной памяти? Ты чё, издеваешься, что ли? Ого, ебать, 4 терабайта, во. Но оперативки все еще мало. Зачем больше? Как зачем? Ну, чтоб стримить, предположим. Вы видели этот ужас? Что это за какой-то тренажерный этот... педали крутить, короче говоря. Вот сюда их добавить. И все. И можно на него садиться и заниматься спортом. Кто? Кто? Вот еще одна терка. Что, блять? Какие нахуй 50 тысяч долларов? Что за спин? Спин Q. Это что за говно? Почему оно такое дорогое? За шо, блядь, 50 косарей? Так, минуточку. Я вообще забыл, что... Я забыл, блядь, кое-что. Ща. Мне надо посмотреть, сколько мне ехать. Бля, ребят, мне уже надо ехать. Да, да! Ну, пиздец.
А это что за говно? Кто следующий? Я. Опять? Ну да, ну ко мне приехали люди, товарищи, друзья из Калифорнии на недельку в Нью-Йорк, блядь. Я им пообещал показать интересный район в Нью-Йорке. Ой, а что у меня камера в жопе? Вот. Что значит опять, блядь? Ну а ко мне приезжают раз в год. Я что, не могу провести время с друзьями?